Привет, друзья! Нахожусь в Софии, в офисе, возле, вернее, офиса OneCoin OneLife. Вот такое огромное здание. Покажу вам сверху, вернее, снизу доверху. Вот такое огромное здание. На втором этаже офис OneLife. Мы обычно там проводили встречи. На первом этаже вот у нас центральный вход в офис. Здесь находился администратор, но сейчас офис закрыт, друзья. Ребят, всем добрый день. Вот я приехал в Софию по своей деловой, скажем так, поездке, по своим личным вопросам. Имея болгарское происхождение, в последнее время часто посещаю Болгарию. Вот. И, соответственно, пользуясь случаем и, естественно, огромным желанием, решил прийти в офис компании OneCoin OneLife Софии. Это в центре города, бульвар Славейков 6. Этот адрес есть на официальном сайте onecoin.eu. Обычно, когда мы приезжали сюда, даже без предварительной договоренности, вот эта дверь открывалась в рабочее время. Здесь находилась администратор Даниэла. И мы могли зайти в офис, пофотографироваться, пообщаться, посмотреть что-то. Ну и если кто-то с кем-то уже договаривался о встрече или была такая возможность пригласить кого-то из сотрудников, также это все происходило. Сегодня эта дверь закрыта. За дверью я посмотрел в окошко, там свернуты ковровые дорожки покрытия. То есть, может быть, это связано с какой-то оптимизацией, переездом. Я пока не знаю, не буду никаких домыслов строить. Также есть вот эта вторая дверь центральная, куда заходят сотрудники обычно под кодовым замком. Я позвонил туда, там горел свет. Через несколько минут ко мне вышел охранник. Я с собой взял журнал Million Magazine с моим интервью на английском языке. Хотел презентовать его Веселине, но ее здесь нет сейчас. И трамвайчики ходят, видите, в центре. Вот, и я попросил охранника передать Веселине этот экземпляр журнала, представился, кто я, откуда, какое я отношение имею к компании OneCoin, OneLife. Вот, он сказал, что офис не работает уже несколько дней, а именно 3-4 дня. И там также какие-то вещи он собрал с сотрудницей в пакетах, они вышли и куда-то ушли. Вот, ну вот такая ситуация, поэтому я нахожусь здесь еще весь день и до завтра. Списался с Веселиной Валковой в WhatsApp, пока она мне еще не ответила, но жду от нее ответа, может быть, получится получить какую-то аудиенцию или хотя бы в мессенджере консультацию, чтобы понимать, что происходит. Вот такие дела, ребят. Жизнь движется, жизнь продолжается. Ну и надеемся скоро получить какую-то информацию, куда движется наш проект OneCoin OneLife. С вами был Радж Делик.